Всем привет, дорогие друзья! Как вы думаете, где мы находимся? А находимся мы в Авсаларе. Совсем недавно кто-то просил меня сделать обзор на Авсалар. Так вот, сегодня мы приехали в Авсалар посмотреть сам район и, самое главное, посмотреть строящиеся и новые объекты, а именно квартиры, дуплексы. И в этом видео я вам покажу все самое интересное, что мы увидели. Будут квартиры уже построенные на этапе строительства и квартира вторые руки по супер цене. Если говорить о Манавгате, как вы видите, район зеленый, красивый, большой, является одним из популярных туристических районов Алании. В этом районе расположено большое количество отелей и жилых комплексов самого разного качества, начиная от суперлюкса и заканчивая простыми обычными домами. Как вы видите, комплексы также расположены на разном отдалении от моря. И в Авсаларе просто потрясающие пляжи. Солнце уже заходит, чуть позже мы с вами спустимся на пляж. Данная квартира находится на 5-м этаже. В доме есть лифт и парковка. Квартира площадью 220 квадратных метров. На 1-м этаже расположено 2 комнаты, одна из которых может быть предназначена как спальня для гостей с большим окном и ванной комнатой, где может быть также установлена, например, ванная или душевая кабина. Вторая комната на 1-м этаже может использоваться, например, как кабинет, детская или, может быть, дополнительная маленькая гостиная, кому как удобно. Наверх ведет деревянная лестница. Квартира в прекрасном состоянии. Также есть все необходимое для кухни. Это кухонные шкафчики, которые, конечно же, заехавший сюда жилец может переделать под себя. Достаточно большая гостиная, солнечная сторона. В гостиной есть одно большое окно и вот такой вот балкон. Потрясающий вид на Авсалар, другие дома и зеленые насаждения. Как вы видите, перед вашим балконом уже стоит более низкий дом, и это значит, что ничто не сможет закрыть вашу панораму. Здесь просто чувствуется простор на все 4 стороны. На 2-й этаж ведет деревянная лестница. Как вы видите, состояние стен очень хорошее. Состояние лестницы также. Как сказал владелец этой квартиры, в этой квартире никто не проживал с момента постройки. То есть эта квартира совершенно новая. На 2-м этаже есть открытое пространство, которое также может быть использовано для гостиной или, возможно, здесь может быть огороженное пространство для каких-то других нужд. И здесь же есть также 2 спальные комнаты. В этой квартире 3 санузла, 3 ванные комнаты. Если вы хотите, чтобы спальни находились только здесь, можно организовать спальни только здесь. В этой комнате также имеется туалет. И небольшой туалет для гостей. Гостевой туалет для гостей, родственников и так далее. И на 2-м этаже также есть большой балкон, с которого открывается потрясающий вид на весь Авсалар. И в соседнем доме есть бассейн, которым также могут пользоваться жители этого дома. У этого дома есть зеленая территория и парковка перед домом. Простор ощущается здесь, конечно, во всю его мощь. Здорово! Вот такой вот красивый
самое главное, аккуратный пентхаус может быть вашим, может стать вашим. Цена этой квартиры 85 тысяч евро, а площадь этой квартиры, я уже говорила, 220 квадратных метров. Что мне понравилось в этой квартире, так это то, что, несмотря на то, что дом был построен, естественно, не вчера, но в эту квартиру можно заехать и жить, потому что все в прекрасном состоянии, чистое, красивое, ухоженное. На потолках, как вы видите, никаких протечек, ничего нет. Если вы хотите, то можете постелить ламинат, паркет, сделать теплые полы. В общем, вот такая вот замечательная квартира может стать вашей за 85 тысяч евро. 4 спальные комнаты, 2 гостиные и 3 санузла. Придомовая территория выглядит вот таким вот образом. И выйдя из подъезда, вы попадаете на парковку. Далее можно пройти до бассейна или парк, прогуляться, зеленая территория около дома также имеется. Как я вам и говорила, друзья, в Авсаларе одни из самых лучших пляжей Алании. Посмотрите, какой здесь потрясающий песок и плавный вход в море. Даже в феврале зимой волн практически нет, а закаты просто глаз не оторвать. В общем, красота неописуемая. Именно по этой причине Авсалар является одним из самых популярных районов для проживания в Алании. Конечно же, это один из самых зеленых районов Алании. Ну и, конечно же, район с просто потрясающими пляжами. Сейчас, друзья, мы находимся в комплексе на стадии строительства. Непосредственно смотрим дуплексы. Здесь всего 4 дуплекса, 2 дуплекса по бокам здания и 2 дуплекса по середине. Сейчас покажу вам боковые дуплексы. Они двухэтажные. Здесь будет лестница на нижний этаж. Здесь ванная комната и вот такая вот огромная гостиная. Здесь будет кухня и большой балкон, с которого, опять же, открывается просто невероятный вид. Море вдали и внизу сосновый лес. На верхнем этаже всего 2 спальные комнаты, но квартира выходит на 3 стороны. Одна спальня выходит на эту сторону, также есть балкон. И, как вы видите, на стадии строительства эту квартиру можно переделать под себя, то есть сделать планировку под себя, сделать отделку так, как хотите вы. Здесь еще одна комната и также небольшой балкончик. Тишина, природа, с этой стороны лес, с другой стороны море. Плюс этой квартиры еще в том, что зимой здесь не будет холодно, а летом не будет жарко, потому что если открыть балкон с этой стороны и с другой стороны, квартира будет продуваться и будет очень комфортно. Спускаемся вниз. И на нижнем этаже, сейчас мы спускаемся через подъезд, ну а в дальнейшем владельцы квартиры будут спускаться, конечно же, по своей внутренней лестнице. И здесь вход в квартиру будет вот здесь. Видите, ведет лестница сверху. Здесь также находится, скорее всего, какая-то комната. Здесь у нас ванная. И здесь уже тоже небольшая спальня. Далее, с другой стороны, мы попадаем в гостиную,
в гостиную и еще в одну спальню. Вот эта квартира с другой стороны уже выкуплена. Здесь, видите, тоже идет лестница наверх. И небольшая комната с душевой, с ванной. Вот такой вот открывается вид. И с этой стороны, друзья, вы готовы к одной из самых прекрасных панорам Аланьи. Посмотрите на эту красоту. Вот такой вот вид отсюда открывается. И ваши два балкона. Здесь уже хозяева, выкупившие эту квартиру, строят ее под себя. А также есть квартиры, которые находятся на этом этаже, также дуплексы. Вот вы видите, идет наверх лестница и спальные комнаты. Еще одна комната, ванная. И если пройти в эту сторону, также гостиная вместе с кухней. В общем, вот такие вот здесь красивые квартиры. Мы находимся сейчас в комплексе, который был построен в мае прошлого года. Вот вы видите, вдалеке виднеется море. И в этом комплексе есть пентхаусы 3+1, 4+1 и 5+1. Это пентхаус 4+1. Здесь очень много спален. Здесь очень много ванных комнат. Вот такая вот лестница ведет вниз. Показываю вам сверху. Здесь потрясающие виды открываются на город. Очень уютно, комфортно и, самое главное, отдельная кухня и вот такой вот балкон. Это пентхаус дуплекс 3-4+1. А сейчас пойдем с вами в самый большой пентхаус 5+1. Площадь пентхауса 4+1 и 3+1 240 квадратных метров. А вот этого огромного пентхауса 5+1 380 квадратных метров. Сначала пойдем наверх. Сверху открывается также потрясающие виды на весь район. Очень много балконов. Балконы расположены со всех сторон, и они вот такие вот огромные. Можно всю свою квартиру обойти по балкону. Посмотрите, какая красота. Невероятно. Очень здорово. Солнце уже заходит. И мы спускаемся с вами ниже. Идем дальше исследовать этот огромнейший пентхаус. Просто очень много места. И внизу расположена кухня. И также гостиная с балконами и спальными комнатами. Вот еще одна комната с балконом. И еще одна комната с балконом. И здесь тоже огромная площадь, на которой можно отдыхать. И все комнаты выходят на балконы. Отдельная кухня, что тоже очень-очень здорово. В Афсаларе очень классные пляжи. В Афсаларе огромное количество песчаных пляжей. Кое-где есть галька, но пляжи здесь потрясающие для отдыха с детьми и для тех, кто любит пологие входы.
просто супер. Ну и, конечно же, друзья, как всегда, я не могу оставить вас без моря. Отправляемся с вами на берег Средиземного моря и потрясающий пляж Авсалара. Сегодня целый день мы провели в Авсаларе. И посмотрите, как здесь красиво. Именно на заходе солнца мы и заканчиваем свой день. Такой прекрасной ноте я с вами прощаюсь на берегу моря. Я надеюсь, что это видео вам было полезно и интересно. В описании к этому видео есть мои контакты, мой номер WhatsApp. Если вам интересно, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите мне по WhatsApp. Буду рада ответить на все ваши вопросы. Ну а если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. В следующем видео мы поедем смотреть квартиру одного из лучших застройщиков Алании в район Оба и в район Махмутлар. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.